Ребят, всем привет, с вами Андрей Малик. Как обычно, наше шоу 8 игр за 20-25 минут. Садитесь поудобнее, у нас сегодня Sonic 4, Sonic 1, Sonic CD, Sonic Boom, Sonic Jump, Sonic Forces, Sonic Олимпийские игры и Sonic Dash. Все это увидите в этом ролике, спасибо за лайк, досматривайте до конца, будет интересно. Поехали. Первая игра Sonic Dash, вот она у нас. Чего не запускается, я не знаю, возможно, потому что я интернет выключил. Включаем интернет, и смотрите, она запустится. Запускаем. Вуаля, сейчас она запустится. Там что-то с сохранением у нее сбилось. Стопудово. Так, что так громко вообще? Соник, ты что такой громкий-то? Новый персонаж. Еще один новый персонаж. Сохранение хоть восстановится мое? Cool, next. Да, сохранение осталось. За кого будем играть? Давайте, знаете, за кого? За классического Соника. Или я играл уже в прошлый раз? Давайте им. Погнали. Да, сегодня у нас подборка все, что связано с Соником. Все, что я смог найти в магазине официально. Ну, я искал на iPad, если у вас Android, может быть, на Android там есть больше игр с Соником. Но половина из них, скорее всего, будет нелицензионные игры, а фейковые. Подделки всякие, клоны. А я скачал официально то, что Sega выпускала под своим брендом Sonic. В общем, сегодня много игр. Кстати, вторая игра будет интересна, Олимпийские игры. Так что вот после этой ждите, следующая игра очень крутая. Она необычная. Она как бы бесплатная, но там... Ну, там сложно все пройти. Там надо за деньги покупать дополнительные уровни, дополнительный спорт, чтоб там был. Там бег, по-моему, плавание, вот это все. Олимпийские, короче, летние игры, которые в этом году не прошли, к сожалению. Вернее, не пройдут. Потому что они чуть позже вроде должны были быть. Сейчас только начало июня. Но они уже отменены. Их не будет. А когда они будут, я не знаю, наверное, в 21-м году, в следующем, что ли. Олимпийские игры. Я вот не знаю, на какой период перенесли их. Потому что Япония очень много денег потратила на все это дело. Миллиарды долларов. Им надо как-то отбить деньги. Поэтому, ну, по-любому пройдет. Наверное, в следующем году получается. Из-за вируса все дела. Жалко, жалко. Хотя я особо Олимпийские игры не смотрю. Но как бы... Бывает, посматриваю результаты. Там сколько медалей у кого. Все дела. Но... Ничего страшного. В следующем году, так в следующем. Будем вместе смотреть. Я тоже, может, все-таки решу посмотреть на этот раз Олимпийские игры. Не буду пропускать их. Так. Вниз, влево, вправо, вверх. Сейчас будет босс, кстати. Мы попали на босса. Сейчас вот мы прыгнем, и будет босс. Так. Вот он. Вот он. Эггман. Яйцеголовый. Ну, можно так перевести. Эгг — это яйцо, а мэн — ну, яйцеголовый. Так, кстати, переводят фильмы, если честно. Вот Эггман — это типа яйцеголовый. И такие переводы есть. Хотя это неправильный перевод, возможно. Неточный. Ну что ж, победим его или нет? С первого раза? Пока все нормально. Так, лево. Так. Тут я долгое время реально не знал, что можно вот так вот перепрыгивать. Я всегда вот только так обходил. Влево-вправо свайпал. Я не думал, что их можно перепрыгивать. Я просто свайпал вот так. Оказывается, можно было намного легче проходить. Так, вот сейчас самый главный момент. Не нажимать вовремя, смотрите. Вот сейчас вот я не жму, жду сейчас второй раз. И, ну, чтобы точно нажать, потому что иногда фейл получается. Что-то проблема возникает с этим. Все, два раза попали. И сейчас Олимпийские игры я вам покажу. Мы его победим, я сейчас куда-нибудь врежусь, чтобы мне дали награду. Эти, как их? Rings, кольца, короче, чтобы нам в кассу перевели. А, их не переведут, их уже перевели. Ну ладно, давайте я до конца дойду. Вот Snow Mountains, снежные горы эти. И врежусь после того, как посчитают нам эти очки. Как вам план такой? Как вообще Соник? Кто-нибудь любит игры с Соником? Он в кино недавно был, Соник, и там Джим Керри круто играл этого Эггмана, но я не смотрел, но по трейлеру вроде неплохо он смотрелся. И говорят, уже разработка идет, съемки готовятся к второй части Соника.
Так что зашел фильм, по бюджету там окупился, прибыль есть, так что будет вторая часть. Тоже, наверное, я не знаю, там Джим Керри, он останется, Эггман же не побежден, я так понимаю, он уже навсегда, а то не будет Соника без Эггмана, поэтому тут как бы бесконечно между ними что-то происходит, это как в покемонах, там тоже что-то постоянно, какие-то там команда R, вот это. Так, хорошо, это мы все сделали, идем Олимпийские игры смотреть. Кстати, игра вышла вот, ну что, 2 недели назад или 3, наверное. Свеженькая игра, в начале или в середине мая, наверное, в начале мая она вышла где-то. И Токио 2020, вот она игра, хотя написано 2019 внизу, но, видимо, ее сделали в 2019 году, она ждала 2020 года, чтобы, ну, выпустить. Либо в 2019 году они купили права выпустить эту игру, поэтому 2019 год внизу написан был. Сейчас я вам покажу, что и представляет из себя эта игра. Сейчас мы тут все пропускаем, тут просто загрузка. Так, тут, кстати, не хватает у меня поинтов, я очень далеко дошел. Сейчас я только вспомню, как мне перейти в предыдущее меню. Так, area. Давайте первую area, вот она. А можно сюда нажать? Нет? А как перейти вообще? Stages. О, все. Короче, вот здесь у меня серебро, я хочу золото получить. Давайте попробуем. Надо будет стрелять. Я не помню, как стрелять, сейчас вспомню. Start. Так, а можно персонажа взять другого? Ну, давайте вектором. Start. Так, ну что ж, придется стрелять. Олимпийские игры, там есть такой вид игр, как стрельба. Не знаю, как это называется точно. Пум! Здесь несложно, здесь надо отпускать просто палец, когда... О, так, чем быстрее стреляешь, тем больше бонус. То есть надо мгновенно вот в идеале попадать, как только вылетает тарелка. И тут есть бонус-режим еще. Ну, попробуйте сами, какую медаль вы получите в Олимпийских играх, если поиграете вот так. Управление вот такое легкое довольно-таки. Я помню, эта игра была у меня на Nintendo Wii U. С Марио и Соник Олимпийские игры. И там вообще такое ужасное управление было. А здесь сделали довольно просто. Пальцем вот так. Казуально довольно-таки. Мне нравится. Так, у нас 18 очков. Так. Если еще правильно попадать, плюс 1 секунду дают к времени. Ну, если быстро. А если еще быстрее, может, 2 дадут. Ой, сейчас, кстати, быстрее скорость пошла под конец. Уже 26 очков. Нормально. Отлично, и... Пум! Пум! 32 очка. Отлично. Отлично. Я золото получил. В прошлый раз у меня было серебро, не хватило на золото, так что я улучшил свой результат. Вот, короче, такая вот игра. И тут много и бег, и прочее, и плавание, по-моему, там, и бег с препятствиями. Чего только нету в этой игре. В общем, рекомендую всем скачать и поиграть. Называется Sonic at Olympic Games 2020 Tokyo. Так, а следующая игра у нас Sonic Forces. Forces. Так, за кого будем бегать? Давайте, давайте... За вот эту девочку. Крем. Крем. У нее имя... Значит, кремом побегаем сейчас. Здесь игра только по интернету. Ее взломать, по-моему, нельзя. А может и можно, не знаю. Но только в интернете можно играть здесь. О, это новый персонаж, кстати, у 4-го игрока. Он только появился, обновление недавно вышло. У меня нет такого персонажа еще. Его не так легко получить. Ой, что это такое? А, это новая фишка вот этого персонажа нового. Я первый раз такое вижу. Новая фишечка. Ну что ж, будем изучать. Так, я на первом месте, вырвался. Сначала у меня был старт плохой, а сейчас неплохо. Сейчас неплохо все. Но я второй почему-то. Вроде ничего не произошло, но меня обогнали по скорости, возможно. Пум-п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 ум
управляет. А мне надо назад. Ошибочка. Я хочу просто первым приехать, поэтому не комментирую особо. Ребята, такая скорость здесь вообще жесть. Жесть, скорость. Меня пытаются, видите, сзади выцепить. Но я держусь пока что каким-то образом. Пока что держусь. А, так это Соник, получается, меня хотел добить. А я думал, этот новый персонаж, Крем, за мной там гонится.
Чуть не перепутал я. Но я все равно выиграл. Но было сложно, на самом деле. Было сложно. Сильные игроки какие-то попались, наверное. Ну что ж, она что, последняя прибежит? Серьезно? Новый персонаж последний? Видимо, у нее интернет выключился. Даже не дождались мы последнего персонажа. Скорее всего, просто выключила телефон. Или он выключил телефон. И не доиграл, не добежал до конца. Так, что же нам дадут? Нам дали сундук, который надо открыть, еще 3 часа ждать. И дали 16 паков. Так, о, вот это нам надо. Вот это да. 4 пака и 7 паков. Блин, ну еще надо 21 пак, чтобы открыть нового персонажа. Но это долго. Это долго. Хорошо. Поехали смотреть следующую игру. Дальше у нас Sonic Jump. Здесь мне придется взять планшет. Кстати, почему я делаю это? Похожее видео я уже записывал, но это же новый... Это же, получается, у меня новый iPad. И, соответственно, надо посмотреть, как игры идут на новом iPad. Все-таки самый новый 2020 года. iPad Pro самый большой, что есть. Я взял на 256 гигов. У меня в прошлый раз был 128. Его не хватало под конец. А 256 хватит с головой точно. Есть еще 512 и терабайт, но это уж перебор, как по мне. Ой, я что-то с игрой. На этом новом iPad игра очень медленно идет, на самом деле. По-моему, она ж быстро шла. Но из-за того, что здесь экран, наверное, 120 Гц обновления, плюс новый процессор, все дела, и из-за этого, наверное, что-то... Ну, игра очень медленно идет, даже секунды. Раз. Да, она как будто в два раза медленнее. Посмотрите на время сверху. 10 секунд. 11. 12. Ну, то есть в два раза медленнее игра идет, и время идет все медленнее. Ну, короче, не обновили эту игру под новый iPad, наверное, скорее всего, поэтому видите, насколько медленно. Но зато можно все пройти. То есть настолько все медленно, что, мне кажется, в эту игру супер легко сейчас, как чит какой-то, да, играть. Ну, потому что не рассчитано, что так медленно. Она довольно-таки быстрая игра, она там на реакцию, а здесь получается вообще супер медленно все. Вообще нелепо смотрится. Нелепо. Лепо-лепо, нелепо. Да, 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 нелепо. Ну что, мы хоть первый уровень-то пройдем? Так долго вообще, я бы уже, наверное, прошел уровень, просто в два раза медленнее получается. Очень долгий уровень, кажется. А где-то красное это кольцо одно не взял, не понял. Я думал, оно сверху где-то, видимо, пропустил где-то, не заметил. Красное не собрал. Ну ладно. Даже кольца считаются в два раза медленнее, получается. Ну ладно. Мы нашли вот такой баг. В общем, обращаюсь к разработчикам игры Sonic Jump. Пожалуйста. Компания Hardline, я знаю ее. Hardline. Пожалуйста, выпустите обновление. Я вот на iPad не могу зрителям показать нормально эту игру из-за того, что она идет слишком медленно. Ну ладно, приступаем к следующей игре. Это Sonic Dash 2, но он почему-то называется еще Sonic Boom 2. Я не знаю, в чем разница. Но давайте Sonic Boom называть, что ли. Sonic Boom 2, поехали. Играем за Эми, и можно переключаться на Соника. Ну, покажу вам. Кто не видел, сейчас покажу. Я думаю, есть такие люди, кто не видел эту игру. Я все показываю, смотрите внимательно. Берите там чаек, бутербродики. У нас еще на 15 минут примерно ролик. Еще 4 игры после этой у нас осталось. Или 3 игры, не помню. Ну, довольно много еще. Так что на минут 10-15 у нас еще ролик будет. Если надоело, возьмите что-нибудь покушать. И продолжите смотреть. Поставьте на паузу. Ну, как обязательно, я уже говорил, всегда пишите игры, которые хотите на следующий обзор, на следующее видео. Возможно, именно ваша игра попадет в наш следующий выпуск. Вот такие дела. Ну что ж, а мы идем прыгать. Пока скорость маленькая, я могу комментировать, здесь еще не сложно ничего. Можно нормально попрыгать, не бояться ничего. Так, по центру налево, по центру направо, по центру. Хорошо. Дэш. Погнали. Красное колечко, которое в прошлой игре я не собрал. Вот оно здесь зато. Давайте за Соника сейчас перейдем. Заодно все кольца в банк положим. То есть они теперь не сгорят, если мы проиграем. Беги, беги. Ой, пока говорил. Ну ладно, у меня все равно колец не было. Это только начало, так что не страшно. У меня было 0 колец. Я ничего не потерял. Ну там было 1-2 кольца. Это ерунда. Все нормально. Кто не знает, сверху, видите, там шкала такая. Она накапливается, до конца доходит. И у нас супер ускорение будет. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас я вам все покажу. Просто она очень медленно заполняется, как видите. Надо вот эти вот, кстати, шары
синие собирать. Вот видите, я сейчас собираю. Все собрал. Сейчас мы, короче, приземлимся. Я двойной тап по экрану, смотрите, и что происходит. Видите, как он несется. И все собирает на своем пути. Магнитит все к себе. Вот такая способность. Такие дела. Ну что ж, надо умирать, чтобы показать вам следующую игру, наверное. Потому что здесь уровни все одинаковые. Здесь босс, чтобы был, надо другой режим в меню нажать. Здесь, в этом режиме, никогда босс не попадался мне. То есть его здесь нету. Здесь просто бежишь, бежишь, бежишь. Здесь даже умереть не так легко. Довольно легкая игра, вторая часть вот эта, в отличие от первой. Все. И рекламу придется смотреть. Хорошо. Так, у нас три игры осталось. Sonic CD. Sonic CD. Так, надо немножко... Sega. Немножечко вот так. Все. Ну что ж, это Sonic выходил давно на консолях, на старых, когда вас еще не было, вы еще не родились, как правило, это очень давно было. И тогда вот в такой вот играли, такая игра считалась просто первоклассной игрой, она, ее продали много копий, она была супер крутой. Ну что ж, реклама у нас, давайте смотреть, что рекламируют. Ой, какая-то незнакомка, рубит дерево. Так, чтобы перебраться через реку, что ли? Так, и что дальше? Видите, как заманивают, чтобы поиграть. А знаете, что это будет в реальности? Три в ряд какая-нибудь игра. Или еще что-нибудь, строительство такое непонятное. Ну да, строительство это. Типа, да, дома строишь, да, таких миллионы игр, вон, видите. В которую надо донатить кучу денег, чтобы поиграть по-нормальному. Я в такое не играю, ребят. Я в такое не играю, и вам не советую. Ну что ж, берем сохранение. Можно играть Тейлсом, если пройти игру, или что-то там открыть в игре. Но пока что мы можем играть только Соником. Ну что ж, Соник. Блин, тут очень офигенная музыка. Я даже не хочу комментировать, чтобы вы послушали ее. Послушайте, какая она добрая. Там-там. Даже такие чувства сразу какие-то внутри одолевают меня. Какие-то хорошие, добрые чувства. Вот раньше были многие игры добрые, фильмы более добрые. Сейчас я не знаю, что изменилось, но... Мне не нравятся современные фильмы, практически все. И музыка очень такая стала непонятная. В общем, 90-е, 80-е – это вот лучшее время мне бы жить было, если честно. А сейчас, вот 20-й год, как-то странно. Мне вот музыка не нравится современная. Ну, кино, ничего вот это все не нравится. Все какое-то странное стало. Такой вот, такой грустный рассказ я вам рассказал, пока прошел первый уровень. А все из-за чего? Все началось из-за того, что музыка была, которая, какие-то чувства у меня, воспоминания, ностальгии. Хотя я в Соника не играл, когда вот он уходил. Так, тут реклама снова. Давайте без рекламы, давайте следующий запустим. Потому что, ну, уровень проходишь рекламу, смотреть 30 секунд или минуту, это долго. Давайте покажу вам четвертую игру, называется, как она, Sonic 1 она называется, но мы сейчас в меню правильно название посмотрим. То же самое, она давным-давно выходила, где-то в 90-м, наверное, в начале, или в конце 80-х, или в начале 90-х, как-то так, в это время выходили Соники. У меня никогда не было, в начале 90-х у меня не было никогда консоли, у меня был компьютер, поэтому я в это играть никак не мог. Ну как, может быть, она и выходила на компьютер, но мне кажется, она вначале только на консолях выходила. Хотя, вот кто знает, пишите. Тут можно уже за трех персонажей играть, вы видели, да? Save game mode. Поехали. Так что, я не выбрал, что ли? Ага, надо было нажать. А я нажал на кнопку, типа, назад. Так, пока рекламы нет, это уже радует. Команда Sonic, Sonic Team представляет. Sonic Hedgehog. Так, 91-й год, внизу написано. 91-й год. Ну, я был прав. Начало 90-х, конец 80-х. Green Hill. Вот знаменитая музыка, которая даже в Sonic Dash используется в первой части. И за эту музыку мне копирайт как-то прилетел от YouTube. За то, что я играл в Sonic Dash, и у меня была вот эта музыка. И даже если я прыгал, она все, ну, YouTube все равно распознал музыку. И в то время еще, по-моему, нельзя было музыку вырезать, да, и мне пришлось просто ролик удалить, я боялся всяких копирайтов и прочего. Сейчас я понимаю, что можно было не бояться и не удалять ничего, потом со временем появился инструмент, музыку можно было вырезать и получать деньги за ролик, потому что когда копирайт идет,
ты деньги не получаешь за ролик, да еще и какой-нибудь страйк теоретически может прилететь за то, что ты там какую-то музыку используешь. Они же не разбираются, то, что это игра. Они сами такую игру сделали с музыкой. Они просто скажут, ну все, копирайт, чувак, все, пока, твой канал закрываем из-за того, что, ну вот, ты использовал чужую музыку, а ты как бы ее не покупал, это не лицензионная музыка, и все, ты не имеешь права так делать. Вот такие дела были раньше у меня с этой, ну, с Соником, с этой музыкой связанные. Так, и последняя игра, восьмая, Соник 4, эпизод 2. Я не знаю, вот смотрите, у нас был Соник сейчас первый, Соник CD, я вообще не понимаю там по нумерации, какие Соники выходили. Поэтому, ну, кто знает, напишите в комментариях, что это за Соник 4, почему 4, что это такое, в чем отличие. И эпизод 2 почему. То есть есть еще Соник 3, да, получается. Но просто его в магазине не было почему-то. Ну, то есть на iPad Соника 3 нет. Есть первый, второй, вот есть вот этот. Блин, они рекламируют эту игру точно так же, смотрите, как Save the Girl игру, которую я вам миллион раз показывал, прикиньте. Они точно такую же взяли рекламу, типа, чтобы люди нажимали и пытались помочь этому чуваку, но он совсем другой, игра же 3 в ряд, не про это совсем. Но я бы рекомендовал им Save the Girl сделать игру, нарисовать такую же, да, и я думаю, сделать, ну, типа, рекламу или еще что-то, как-то монетизировать ее, потому что Save the Girl бесплатная. И только на рекламе зарабатывают, но может там можно будет что-нибудь за деньги сделать, новые уровни, чтобы покупали. Потому что рекламу я ненавижу. Так, вот тут есть заставка, смотрите, давайте смотреть, куда-то летят ребята. Кто не знает, Тейлз это лучший друг Соника, насколько я знаю. Я вот точно не знаю, но вот как мне показалось, Тейлз реально самый лучший друг. Всегда ему помогает. Ну и то же самое Соник Тейлзу тоже помогает. Ну просто ему меньше помощь нужна, чем Сонику. Такая вот заставка. По тем временам, когда эта была игра вышла, то есть это была сногсшибательная графика. Вот эта вот заставочка. Да и графика в игре неплохая, я вам скажу. Да, игра прям красивая, классная. Да, классная игра. Так, а что тут делать? Так, а это что такое? А как делать надо? Подождите. У меня кнопка застреет или что? Я не могу понять, что происходит. Здесь управление плохое. Видите, пальцами. А что происходит? Я ничего не делаю. Смотрите. Смотрите, магия. Это что было вообще? Почему кнопки залипают? Я что-то открыл, короче. Но я не понял как, потому что управление не очень удобное. Я люблю на джойстике играть или на клавиатуре с мышкой, но так вот пальцами я никогда не любил. Хотя сейчас все люди, все дети, которые там вот, рождаются в 2000-х, 2010-м и после, они вообще наоборот геймпады в руках никогда держать не будут. Они будут всегда играть на телефонах. Сейчас все прям игры выходят на телефонах. Огромная конкуренция, тут одна игра лучше другой, никогда не знаешь, во что поиграть можно. Поэтому для них это в диковинку будет играть на геймпаде или на клавиатуре. Они вообще ничего не будут знать, что как. С такими темпами. Так, я что-то тут запрыгнуть не могу. А, здесь надо попросить Тейлса, чтобы он наверх забросил. Но так как управление плохое, я не могу. Возможно, и управление плохое, потому что это опять-таки у меня iPad новый, поэтому под него не сделана игра. В общем, вот такие вот игры, все по Сонику, все можно найти в магазинах вашего города, так сказать. Заходите, качайте, все игры бесплатные. Вообще все, вот все игры, что сегодня увидели, они стоят ноль. Но единственное, придется смотреть рекламу. Ну что ж, до новых встреч. В следующем ролике у нас будут все ФНАФы. При том, что новый ФНАФ, вот этот Ultimate Custom, там можно прям выбирать, какие на тебя аниматроники нападают, там Фредди и прочее, вот эта вся ерунда настраивается. Очень крутая вот эта игра. Все покажу в следующем ролике. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за лайки, подписку. С вами был Андромалик. Пока-пока. До новых встреч.